Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте. В студии с новостями республики Умар Тикеев. И вот некоторые события. На территории Гатчинского аэроклуба открыт бюст Героя России генерал-майора авиации Канамату Баташеву. На предстоящих выходных в Черкесске состоится торжественное открытие стадиона «Нарт». Лечебные учреждения региона получили за 5 лет 90 новых машин скорой помощи. Государственный театр танца представит Карачаево-Черкесию на масштабном фестивале «Таврида Арт». Далее об этих других темах подробнее. В Ленинградской области на территории Гатчинского аэроклуба установили бюст Героя России генерал-майор авиации Канамату Хусеевичу Баташеву, который героически погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Ранее по инициативе главы республики имя Канамата Баташева было присвоено центральной площади города Карачаевска. Имя Героя России носит также дворец спорта в Учкекене. На фасаде здания спорткомплекса расположена мемориальная доска с именем Канамата Хусеевича. На этих выходных в Черкесске торжественно откроют обновленный стадион «Нарт». Торжественное открытие крупнейшего стадиона в регионе пройдет с участием главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, руководителя Минспорта Российской Федерации Олега Матыцина, директора по развитию Российского футбольного союза Максима Митрофанова и других почетных гостей. Следует отметить, что программа открытия начнется с парада известных спортсменов республики, зажжения чаши победы и массового флешмоба. Главным событием станет товарищеский матч между ветеранами футбольных клубов «Спартак» и «Нарт». Спортивное сооружение площадью 7,5 тысяч квадратных метров эксплуатировалось более 40 лет без капитального ремонта. Обновленный стадион станет базой для футбольных команд и легкоатлетической школы республики. Благодаря нацпроекту «Демография» по всей России сейчас проходит обучение граждан востребованным профессиям за счет федерального бюджета. В Северокавказском федеральном округе этим занимается Северокавказский институт, филиал РАНХИКС. Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно по нескольким направлениям. Об этом сообщил директор Северокавказского института, филиала РАНХИКС Азамат Лисов. В Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышения квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы – это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный, и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. В рамках благотворительной акции Народного фронта «Все для победы» продолжается сбор средств для оказания поддержки жителям Донбасса, а также бойцам ДНР и ЛНР, ведущим борьбу за их освобождение. Очередной гуманитарный груз, направленный в Донбасс из Карачаево-Черкесии, включил в себя запас лекарственных средств и медикаментов. По словам координатора по работе со СМИ Народного фронта в Карачаево-Черкесии Зорабаби Мурзова, в отправленную партию специально были подобраны лекарственные наборы для ополченцев и жителей, указанные на сайте в числе запрашиваемых. Отрадно, что наши земляки так активно отозвались на эти сборы, на сборы Народного фронта. Уже несколько месяцев трудовые коллективы, организации, простые люди подходят к нам, спрашивают, как помочь жителям и бойцам Донбасса. Мы отзываемся на все эти предложения, как большие предложения трудовых коллективов, так и простых граждан. Мы благодарны всем, кто принимает в этом участие. Лечебные учреждения Карачаево-Черкесии за последние 5 лет получили 90 новых машин скорой помощи, что позволило обновить автопарк медучреждений региона почти на 50%. По данным Министерства здравоохранения, активное пополнение автопарка службы скорой медицинской помощи в республике проводится с 2017 года, и сегодня он насчитывает 159 автомобилей. Только в минувшем году муниципалитетам республики было передано 17 единиц спецтранспорта.
В Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Гранты Росмолодежь. Второй сезон». Победители получат до 1 миллиона рублей на свой социально значимый проект. Конкурсы проходят по 15 номинациям в заочном и очном форматах на более чем 70 молодежных площадках. Конкурсы направлены на вовлечение молодежи России в творческую и социальную деятельность, а также на повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития страны. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Здесь следует отметить, что есть такие номинации, как «Создавай возможности». В рамках данной номинации это проекты, которые направлены на оказание содействия, занятости и успешность самореализации молодежи в профессиональной деятельности. Данное направление, данная номинация является одной из наиболее важных, одной из наиболее приоритетных и интересных, на которую я со своей стороны хотел бы обратить особое внимание молодежи Карачаево-Черкесской Республики. Затем, помимо этого, есть номинации, направленные на поддержку инициатив в сфере добровольчества. Это такие номинации, как «Объединяй» и «Мы вместе». Следует обратить внимание на то, что в рамках данных номинаций могут получить поддержку как добровольческие движения в лице их лидеров, которые будут подаваться как физические лица на данный грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи, так и представители общественных объединений, не зарегистрированных как некоммерческие организации, участники которой также могут принимать участие как физические лица, граждане Российской Федерации, в грантовом данном конкурсе, о котором мы с вами в настоящее время говорим. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются работы по реконструкции моста через реку Джигута, расположенного на автодороге межмуниципального значения Усть-Джигута-Терезе. Это довольно востребованное и загруженное направление, а мост протяженностью 106 погонных метров имеет большое значение. Именно он связывает Малокарачаевский район с другими районами республики. Преобразование моста сделает движение безопасным, а вождение комфортным. Об этом рассказал главный инженер управления Карачаево-Черкесск «Автодор» Муаят Хутов. Новый мост будет более современный, нагрузкой более 200 тонн будет выдерживать. Будет 4 опоры, балки длиной 33 метра. Освещение будет на данном мосту. Этот участок будет соответствовать второй технической категории после того, как закончим реконструкцию. К мосту также у нас имеются подходы по 250 метров с каждой стороны. Они необходимы для того, чтобы сопряжение с мостом сделать более безопасным. Активными темпами ведутся работы по строительству одной из крупнейших школ в Карачаево-Черкесии. Школа на 960 ученических мест возводится в рамках нацпроекта образования в селе Учкикен Малокарачаевского района. В новом учебном году будет введена в эксплуатацию новая школа на 165 ученических мест в ауле Гюрюльдеук из Жгутинского района, построенная вместо ветхой постройки 1925 года. Об этом рассказал директор школы Азрет Барлаков. Между старой школой и новой – это две большие разницы. Естественно, это была постройка, как бы приспособленная для ведения учебных занятий. Но если взять те времена, когда не было никакой компьютерной техники, ну, довольно-таки как бы давали сносно нормальное образование. С течением времени возросла необходимость постройки новой школы. Вот, об этом знали, еще в 2001 году начали только строить, потом оставили, уехали, потом еще приехали. Учитель карачаевского языка и литературы гимназии номер 19 Черкесска Джамиля Узденова представляет нашу республику на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший учитель родного языка и родной литературы», который проводится в этом году впервые. Участникам предстоит показать себя в медиавизитке, продемонстрировать профессиональные навыки на конкурсном испытании «Урок», провести классный час и поделиться опытом на мастер-классе. Обожаю свой народ, свой язык, свою культуру, свои традиции, обычаи, обряды. И я бы хотела поделиться своими знаниями с подрастающим поколением. Я стараюсь с детьми, чтобы у нас были дружеские отношения, чтобы они с огромным удовольствием приходили ко мне на родной язык. Как говорится, ребенок выбирает не предмет, а учителя. С
1 сентября этого года начнет действовать дачная амнистия 2.0. Законопроект был разработан при участии Росреестра и направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. О нюансах дачной амнистии рассказала исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Тамара Казбекова. Называется «Дачная амнистия 2.0», и ею будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этот законопроект будет разработан при участии Росреестра, направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. Безусловно, будут и изменения, которые затронут уже действующую дачную амнистию. То есть закон позволит решить проблему, когда люди не в силах легализовать и оформить свое жилье, построенное еще в советский период. Право собственности гражданин сможет подтвердить даже при отсутствии у него на руках правоустанавливающих документов. То есть такие дома могут числиться учтенными в старых документах, в совхозных, колхозных учетах, в хозяйственных книгах, в бывших поселковых советах и также в органах БТИ. На сегодняшний день, конечно, этого недостаточно, чтобы зарегистрировать право в несудебном порядке, но с принятием этого законопроекта это значительно позволит упростить гражданам оформление. Сотрудники отдела уголовного розыска МВД России по городу Черкесску разыскивают в Мамаеву Зарему Магомедовну, 1989 года рождения, и Зверева Константина Александровича, 1985 года рождения, жителей республиканской столицы. Указанные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефону 8-988-612-95-90 или в любое подразделение полиции 02-100-102. С 19 по 21 августа в Республике Адыгея пройдет межрегиональный слет талантливой молодежи «ФИШ-2022». В нем примут участие школьники и студенты из Карачаева-Черкесии. На него приглашены представители талантливой молодежи из Краснодарского края и Кабардино-Балкарии. Слет проводится с целью создания условий для развития талантливой и социально активной молодежи, обмена опытом, гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде. Слет посвящен столетию государственности Республики Адыгея. Вековой юбилей в этом году отмечает также наша республика и Кабардино-Балкария. В эти дни в Крыму на фестивале «Таврида Арт» проходит танцевальное соревнование «Короли лезгинки», в котором принимают участие творческие танцевальные коллективы, успешно прошедшие отборочный этап. Финальный очный этап состязаний пройдет на главной сцене фестиваля «Таврида Арт» сегодня на глазах более 25 тысяч человек, чьи голоса и определят своего короля. Наш регион будет представлен Государственным театром танца Государственной филармонии Республики с масштабным творчеством музыкально-танцевальным номером. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременно дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метра в секунду. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 31. В горах до 23 градусов. В Черкесске кратковременно дождь, гроза, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 29 градусов. Реклама. Индустриально-технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без сдачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежитие, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист-экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты!
Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево, Черкесия.